Расскажи о своих впечатлениях о Берлине, о Германии первой. Ну, первое, наверное, вообще, я как бы первый раз за рубежом, мне безумно понравилась другая страна. Для меня это вообще как бы что-то новое такое. Все понравились очень безумно сам город Берлин. Вчера как бы ходили, были на экскурсии, понравились все достопримечательности, много чего нового увидели, узнали себя. Также понравились очень как бы сами люди, германцы, все очень такие, как бы немцы, очень приветливые, такие доброжелательные, везде во всем стараются как бы помочь. Даже сейчас там на рубеже, на пристрелке все болеют как за своих, так и за нас, очень безумно приятно. Организация соревнований, по подготовке трассы, по самой трассе, что можешь сказать? Вообще все довольно-таки очень хорошо продумано, сделано, никто не мешает, также все как бы люди там, хоть и соревнования проводятся в парке, но никаких вообще препятствий по трассе не возникало, никто не мешал, все также и простые люди, не спортсмены, также поддерживают, все безумно понравилось вообще, и сам рубеж все очень довольно-таки интересно. Вот все-таки рубеж русский и немецкий. Естественно, они очень отличаются, тут просто не так понятно, не уверенно, попал ли ты, когда у тебя, не знаешь, прошел ли габарит, она, то есть у нас, если упал, упала, да, то здесь нет, здесь приходилось уже оглядываться так на судил и четко он показывает, если ноль, да, ты убегаешь, если один, то да. Так вот в этом плане, наверное, чуть-чуть неудобно. По ходу гонки проигрывала, шла третья и потом сумела подняться до второго места. Первый рубеж не получилось еще сначала, так, был один промо всего, и как бы так чуть-чуть, сделала вывод, что не стоит унывать, что еще все впереди, сумела собраться, потом так, довольно-таки, стрельба, я могу сказать, что сложилась. Спасибо, все.